Добрый вечер, с вами программа «Топ кадр». Меня зовут Фатима. Сегодня мы находимся на вечеринке от фитнес-клуба «Зебра», посвященной Новому году. Со мной два брата-акробата. Наш первый вопрос. Как вы считаете, в чем сходство между козой и зеброй? Сходство. Так, ну у них копыт 4, да, но мне кажется, у них различия больше. Мне кажется, зебры поумнее будет чуть-чуть. А на какой, подожди, полоске? Да, на какой, смотри. Зебра, вы знаете зебру, они черные изначально или белые были? Они черные в белую полоску или белые вот в черную полоску? Вот здесь девочки ходят в черную полоску. Да, здесь вы видели, да, здесь уже зебры присутствуют. Но это не доказывает, что зебра белые в черную. Как бы коз мы еще не особо много видели, здесь зебр больше, да. Поэтому я думаю, все-таки, да, зебры преобладать будут в следующем году над козами, да. Спасибо.